Ух ты, что мы нашли. Не знаю, что это за здание. Выглядит прям очень круто. Вау. У меня просто такой вау. Охренеть. Взять, отремонтировать, если это реально, конечно, еще. И сделать здесь гостиницу просто. Кто-то тут диванчик поставил, чтобы отдыхать. Какая красота! Смотришь на это все, жалко, этот мусор складывают. Там просто какое величественное здание. Остатки развитой цивилизации. Да, это остатки развитой цивилизации, Ярик правильно говорит. Я просто не туда полез. Просто вау. Тут вроде бетон наверху проваливающихся. Не вижу, но хотя видите, как делали вот эти все, как правильно назвать, украшения на потолке, то есть из досок, потом они уже облеплялись, то есть видно, как это все делалось. Вот здесь вот потолок проваливается, где мы заходили. Вот там, видите, щель. Отопление все сорвано, то есть трубы, которые были, коммуникации. Гранитная крошка. Ёк-макарёк. Вот что такое тропики. Значит, природа берет свое. Смотрите, здесь везде колонны. Причем, что я вижу, что тут, видите, бетонное основание колонн заливалось бетоном. Мне раньше была интересна их технология, а сверху они уже оштукатуривались разными растворами и делались вот эти вот все леплины. То есть, а бетонные колонны, они продолжают держать это. Смотрите, а потом вот видите, как накидывалась общая толщина. То есть, круто. Разглядеть технологии производства, произготовления. Но сюда мы не пойдем, здесь видно были деревянные полы, может быть их просто убрали. О, слушай, а там можно пройти, наверное. А? Я тут общаюсь. Я говорю, мне интересно полазить по крепостям, по каким-то древним. Ну, я думаю, сейчас в городе. Вау. Прикиньте, какие лица тут выходили. Тут раньше был 100% вид на море, потому что там такая арочка входа. Шикарно. Ощущение, конечно, эмоции. Вау. Красота. Там дерево вылезло прямо из окна. Кто-то кресло принес. Попробуем подняться еще выше на этаж. Помещение. Только что там были, на балкон выходили. Здесь можно провалиться, потому что неизвестно, какие кровельные работы. Мы туда не пойдем. Но кто-то даже сюда притаскивал что-то пожить. Как видите, от раскладушек. Ну и все, дальше только искать вылез на крышу. На кровлю. Нам этого не надо. И вот здесь тоже, смотри, какие деревья уже выросли. Круто. Смотрите, все прям очень вау. Еще решил центральную часть, потому что с той стороны тоже есть колоннада, пройти насквозь. О, книжки, обувь, о, даже элементы мебели, смотрите, пытаются ли сохранять, не знаю, то есть с этой стороны, может кто-то жил даже здесь. И выходим на территорию. Вау, посмотрите, какая лесенка, тоже наверх, круто. Здесь спортплощадка, причем украшена, значит, кто-то ей пользуется.
Может быть, еще, конечно, с тех времен, но думаю, нет, слишком свежие. И там дальше каскады разнообразных зданий. Вот это мы заброшечку посетили. Виды, конечно, вау.